Конечно. Да, да блин! Да блин, я лечу вместе с Хаммером! Бум! Вот это он увалился! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Радекс, Васаби Скромник, Серега, Локдог. Пацанчики, поздравайтесь! Всем приветики, блички! Всем привет! Давно у нас не было рубрики, когда мы выживали на крышах и друг друга скидывали. Поэтому, если пять кушать, приятного аппетита, а у нас рубрика «Выживание на крыше». Давай проверим, чья машина мощнее, Хаммер или твоя черная? Давай. Ну, прощай. Ладно, я тебя пощадю, выживай еще. Давай, Серега, сначала мы их поскидываем, а потом уже будем скидывать друг друга. Ну что, я вижу, первая жертва уже едет. Я его не выпущу отсюда, он отсюда уже не выйдет. Прощай. Уверен? Уверен на 100%. Прям уверен, да? Ну, ладно, я тебя выпустил. Ты дурак, что ли? Ты дурак? Успокойся. Дима, я смотрел всех в глаза, я представлял. Я вижу. Так, а кто за Балди играет? Я. Это Радик. Понял. Да, ребята, очень внимательно. Да отвали ты, блин, ты мне машину разобьешь так. Ну что, первый ушел. Прощай. Нет, Хаммер. Мой хаммерочек. Дима, готов? Не, дай, пожалуйста, я выйду. Нет. Ну пожалей, пожалуйста. Все, Дима, да, да блин. Да блин, я лечу вместе с Хаммером. Бум, вот это он увалился. Движок хорошо работает. Так это Феникс. Я понял. Серега, ну давайте, скидывайте, что вы закрысились? Выиграет сильнейший. Покажи силу, как я спрыгну с крыши. Ой-ой-ой-ой, извини, чилипиздрик. Серега просто сегодня немножечко псих. Ну что, всех поскидывал? Один на один остались, да? Да. Серега, давай, один на один. Покажи, ты же умнее. Я вести заниматься, я вести. Или еще нет? А, еще нет. Да ты задрал! Да как так-то? Ты должен был поломиться! Меня вообще с ними сбивают. Поломайся. Давай! Ну! Есть, Серега, это твой шанс! Красиво! Серега! Переднеприводная! Давай! Все! Прощай! 3, 2, 1! Битва началась, ребята! Грузовики рулят. Я вообще взял какой-то бульдозер. У минус один. Че, уже один скинулся? Да. Зря ты со мной так общаешься. У меня же машина намного мощнее. Теперь моя очередь тебе скидывать. Эй, ты куда валишь? Сейчас мы его подловим, ребятушки. Мы его сейчас подловим. Молодец. Давай. Блин, я взял, честно, голимую машину, она мне не нравится. Зря я взял этот бульдозер. Он вообще ни о чем. Но его тяжело утаранить, смотри. Его тяжело утащить, то есть я решаю, куда мне ехать. Вот не хочу назад, не буду. Ой, Серега, тарань его. Серега, падай. Серега, это ты? О, да. Серега, я тебе сейчас помогу. Нет. Ну, Серега, помочь? Нет, я тебе помогу выехать. Ха-ха-ха, прощай. Дима, ты победил. Я выиграл. 5. 4, 3, 2, 1. Битва на танках началась. Все взяли танк, потому что, ну, реально, это очень мощная техника. С ней надо еще считаться и считаться. Он не выйдет уже, он уже не выйдет. Ха-ха-ха! Прощай, кто-то... Это ты был, Серега? Нет, это не я. А ты теряешь... Черный танк. Да, черный, ну хорошо. Блин, ну какую-то машину заспал? Ничего. Ох ты, нифига себе. Я тебя почти перевернул. Да не, почти, Серега, это надо еще постараться. Погоди. Подловить Серегу надо, подловить. А я это могу.
Блин, ну мощный танк, согласись. Опа. Бум! Вот это притарадило тебя. У нас с тобой одинаковые танки, да? Не, немного разные. У тебя Абрамс, кажется, а у меня этот Армата. Или Т-14. А блин, он тяжелый, согласись, танк очень тяжелый. Оба. Им да. Надо еще уметь управлять. Эй, ты чё? Я тебе по голову переехал. Мы чё, вдвоём остались? Да, мы с тобой вдвоём, а ну иди. Ну что, Серёга, теперь мы с тобой повоюем. Так. Проверяем тактику крысы. Мою тактику? Это ж танки прокатные, правильно? Мы ж на прокат взяли, на ролик специально эти танки. На тебе. Будем ломаться. Раз ты не хочешь скидываться, я буду ломать. Полностью. Во-во-во-во-во! Отлично, отлично! Идите, Серега! Ничья, Дима. Реально ничья? Да, офигеть! Блин, даже не ожидал, что мы твоему пойдем. Так хотели друг друга скинуть. Что друг друга скинуть? Четвертая битва на квадриках. Предложил Серега, поэтому я думаю, идея очень крутая. Ну что, давайте, кто меня скинет? Они так прикольно работают, тарахтят так. 50 кубиков, что ли? Они такие быстрые, это жесть. Чё у вас за битва скучная? Серёга! Давай-давай, его вдвоем тараним, вот этого вот балди. Да что такое? Они какие-то вообще стрёмные. Хорошо, погоняем тогда по крыше. Нифига себе, он быстрый. Он быстрый. Да, можем карту взять здесь песком и погонять на них. Так что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Дим, ты чего? Да. Блин, мне тяжело управлять. Я даже не знаю, скинем мы кого-то или нет в этой серии. Да хватит. Да, а, мы, скорее всего, их поломаем. Давайте так что врезаться будем. Да. Давай, Серега. Есть, я тебя уронил. Нет. Ах ты, какашка. Ничего. Я тебе помог, Серега. Отвали, отвали, отвали. Так прикольно. Такие дядьки здоровые на квадриках детских. Я буду кругами кататься, и вы ничего мне не сделаете. А я вот возле окраины стою, мне никто скинуть не может. Это намек, что ли? Давай ты скинемся. Ё-моё! Красивая была удара. Чка. Вот это приземление, жесткое вообще. Пытаешься по челику попасть, он маневрирует. О, ха-ха-ха, мы с пацаном внизу тут гоняем. Ладно, давай пацанам будем тпхаться, посмотрим, что они там делают. Ну что, кто у нас остался? Двое? Да. Серега, ну что, я за тебя болею. Ты должен выиграть. Можно, короче, кататься вдвоем, смотри. Серега, сзади сижу. Давай, ты тоже к нему садись. Будем 2-2. Я сел. Папайрус катает Спайдермена, да. Где вы еще такого видите? А Спанч Боб убегает от... По нему очень не попасть, Дима. Я вижу. На тебе. Спанч Боб тоже там сидит неплохо, пристроился. Держись. На возле окраины стань и стой, подлови, когда он будет подлежать. Не, он это круги. Куда ты едешь? А давай в бочину ему. Назад, ну. Нет, ты не молодец. Назад, ей. Сейчас убьешь. Давай, блин, Серега, надо было тарануть, все-таки он отлетает. Тот чувак, когда меня лупанул, я отлетел, знаешь, на сколько метров? Так что тут рикошет дебелы. Ах ты, подлец, прям рядом стоит. Ух ты. Давай, Серега, давай. Смотри, что делает. А, Спанч Боб слиял сразу, очканул, да? Ну, Серега, давай, за тебя болею. Ну ты видел, что... Да, это было близко. Да подбегай. Да он высоко видит, да? Понимаешь, что его прет сейчас. Так, да. Ой. Да опять крысятничает, это тот же самый игрок, который в тот раз был. Нет. Не-не-не-не-не. О, да блин, падает эти карты. Нет, да смотри, опять круги наворачивает, да? Так, да. Да что ж такое, пацаны. Косорылые косоруки.
Эй, не врезайтесь, меня психи. Со стороны прикольно смотрится, но я чувствую, будет ничья. Никто не выиграет из вас. Сверху ладно, еще короче. Ну, это, кто там сидит? Давай, иди сюда. Давай, 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 Серега. Рискни. Ну, что тормозишь? Тань. На окраине боитесь, да? Цикло? Да, Серега, ты не умел заблизить. Затормози. О. Сегодня... Усложняется нет. Раунд, пацаны. Чего? Уезжает сюда локдог. Горящая стоит. Плита, кстати. Новое выживание. Серега, чему раньше не делали никогда горящие плиты? Есть так что, ребята, будут скоро новые рубрики. А жизни тратятся или нет? Нет, нет. Возможно, машина колеса лопается. Ну ничего она не лопается. Как она сгорит? Не, не горит ничего. Просто она для стала. Эффекта, скорее всего. Да сдохни ты уже, а. Ну давай, Серега. Ну смотри, меня... Ну боится, боится. Да ё-моё, ну Серега. Вот это летит красиво. Серега штрафон, убил Димаса. Дима, давай это... О, они упали, Дима, они упали. Все, я видел, они слетели с карты. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Ребята, то, что вы любите, эпические взрывы в конце. 3, 2, 1... Понравилось? Здорово.